Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Садов, и в этом видеоролике я вам покажу новый вид боя 1 на 1. Ну, некоторые знают этот вид боя, некоторые нет, но я все равно решил выпустить этот видеоролик и показать вам правила и что вообще делается в этом новом виде. Давайте я вам сначала покажу парочку примеров, а потом уже объясню все фишки и правила. Ну что же, друзья, сейчас вы увидели у себя на экранах примеры, вот. Ну и сейчас же я вам расскажу правила. То есть вы встаете друг напротив друга, начинаете бежать, и когда вы только это как бы сталкиваетесь вместе, вы прыгаете. И стрелять надо тогда, когда вы уже только приземлились, а не в самом воздухе. Вот. И самое главное, стрелять одним выстрелом, а не как бот зажимать, потому что это будет неинтересно. Потому что двухстволка в тренировке с двух зажимов уже сразу убьет, а вот с оттяжкой играть намного интересней. Вот, мы в этот, как бы, вид боя 1 на 1 играли целый час. Сейчас вы увидите у себя на экранах скрин, то, что я вот это вот все снимал целый час. Также я из этого часа выбирал моменты и монтировал. Вот, я думаю, это заслуживает лайка, ребят. Вот, ну, короче, как-то так это получается, ребят. Это очень интересно, и в натуре вы не замечаете, как пролетает время. Ну вот, как-то такой новый вид боя 1 на 1. Советую вам и вашим сигнальцам, либо же друзьям играть в него. Это капец как весело, и время проходит очень быстро. Ребят, еще я бы мог играть еще больше, как бы, и еще больше моментов ставить в этот видеоролик. Но, увы, у меня по какой-то причине вылетел Free Fire. И, либо же это из-за того, то, что я снимал целый час. И, или же просто из-за того, то, что я в него просто задротил всю ночь. Вот, сейчас вы видите у себя на экранах то, что он у меня вылетел. Просто ни с чего ни с сего взял и вылетел. Вот, и в итоге там игра не закончилась, другие играли. Как-то так это получается. Мне, конечно, было очень обидно, потому что я получил, как бы, азарт. Я хотел еще играть в этот режим. Но как-то вот так вот получилось, у меня вылетело. Ну ладно, еще раз потом поиграю. Вот. Ну что же, с вами был Садов. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.